Привет! Вы наверняка слышали про такой эффект, как хромакей. Он реализован в нашем видеоредакторе, и найти его можно, кликнув вот по этой кнопке. Эффект этот используется чаще всего для того, чтобы заменять фон в каких-то съемках. То есть снимается сцена на фоне однотонного цвета, обычно зеленого или синего. После чего этот фон в специальных программах, ну, например, в нашем видеоредакторе, заменяется на тот, что нужен. Но не только для этих целей можно использовать эффект хромакей. Например, в интернете часто можно скачать футажи, которые сделаны не с прозрачным фоном, а с каким-то однотонным. Вот, например, у меня есть такие вот звездочки. Их тоже можно наложить на видео с помощью эффекта хромакей. Смотрите, как это делается. Чтобы наложить на видео что-то, это должно располагаться в дорожке выше. Вот мы наложили сверху. Растянем на весь кадр. Теперь нам нужно синий цвет заменить прозрачностью с помощью эффекта хромакей. Выбираем. Автоматически программа цвет фона нужная уже выбрала синий, видите? Тут можно отрегулировать чувствительность эффекта. То есть, насколько нам нужно сильно удалить фон. Ну, обычно программа по умолчанию сама выбирает оптимальные значения. Цвет можно выбрать любой, не обязательно там зеленый. Главное, чтобы цвет был равномерный. Вот, собственно, и все. Нажимаем ОК. Получается вот такое наложение. Все работает. Если вдруг эффект надо удалить, вот кликаем на его иконке. И либо открываем настройки, если надо что-то поменять. Либо просто его удаляем. Если решили не использовать. Вот, собственно, и все. Спасибо за просмотр.